Друзья, всем привет из парка Львов Тайган. Соскучились по семейству Маргоши. Вот, Лапушкин в своем любимом уголке от нетерпения аж вот так вот переминается на ногах. Вот он, красавчик. Увидел, что пришли посетители, и все, идет на свое место и сразу же принимается к делу. Это дело Лапушкин любит. Угощаться. Милое дело. Лапушкин полинял, только такой у него интересный на макушке хохолок, вот из реденьких таких пушистых шерстинок. Вот, вымахал уже Лапушкин, сравнялся практически с мамой и со своим отчимом в этой милой семейке. Маргоша все так же его любит, балует, а Лапушкин себя чувствует уверенно и порой даже покусывает Маргошу и отчима, когда они подходят и пытаются занять его место вот в этом уголке. Вот такой вот этот Лапушкин красавчик. Вот знает, что его все любят, угощают и этим пользуется. Красавчик. Ну, а Маргоша тоже любит угоститься. Вон у Лапушкина стоят эти горбы, два лучше, чем у Маргоши и отчима. Вот так вот, друзья. Значит, Лапушкин больше всех пользуется возможностью угоститься. Молодец, правильно делает, ведь он растущий организм. Всем мира и добра.